Первая поклевка на постовушку. Подождем, когда перевернет. Не будем торопиться. Подготовим багорик. И сейчас будем ее пытаться подсечь. Интересно, сидит, нет? Но перевернуть не может. Может, постовушка примерзла. А, мне кажется, уже сидит. Кажется, уже сидит. Ага, постовушка у нас примерзла. Опа, есть. Иди сюда. На верхний крючок взяла, на пласту, ребята. На резину не захотела. Взяла на пласту. Давайте не будем так торопиться. Заведем ее аккуратно в лунку. Багорик побольше. Ай, не могу зацепить. Давай так, опа. Есть, да, паста. Сработала паста. Друзья, всем доброго времени суток. Приехал сегодня на рыбалку. Цель опять половить форель со льда. Приехал в русский осетр. Сейчас поставлю три постовушки и буду ловить на актив. На постовушке насажу настоящую либра лурис белого червяка 65-го и желтую оранжевую пасту. Все, в принципе, стандартно. Попытаюсь половить на ратлины, на резину. Сегодня обкатаю новую резину. Ну, как бы уже до этой рыбалки я ее обкатал, посмотрел. Очень интересная резина от компании Brown Perch. Мне вот у нее понравились именно такие ларвочки в розовом цвете. Вот сейчас на эту розовую резинку половлю, посмотрю и надеюсь, что-то поймаю. Ладно, давайте не будем затягивать, приступаем к рыбалке. Есть на резину. Сошла, блин. Вот такая вот интересная ларвочка а-ля магот, не магот. Вот интересно, такие вот пупырышки вдоль всего тела идут. Не знаю, что-то рыбу очень привлекает. Кстати, кому будет интересна данная резина, ссылку в описании под видео я оставлю. И по промокоду просто 15 на сайте Brown Perch вы сможете получить скидку 15%. Надо сделать волшебный обряд. Выпить чашечку кофе с печенюшкой. И тогда обязательно, наверное, должна клюнуть форель. Опа. Я в последнее время на классное кофе для себя открыл новое. Ну, может быть, оно и не новое, для меня новое. Кофе Макбуш называется. Кстати, сейчас на Озон действует скидка целых 27% при покупке данного кофе. Промокод и ссылка будет под видео в описании. Давайте возьмем багорик сразу. Эй, стоять. Я снова здесь. Опа, сидит. Такое ощущение, что на верхний крючок попалась. В толще гуляет. В толще. Опа. Бойкая. Да, сверху взяла. Их. Буйволы.
Интересно, на резину или паста здесь стояла? Я не помню. Нет, на пасту. Резину не хочет. Есть. На пасту, да? Да, на пасту. Ну, тоже нормально, и чё? 900 грамм. Нормальная, как все кричат, 400-граммовая форель. Резину. Опа, поборку сделаю подлинней, чтобы она, резина у нас куколка от Браун Перча, взяла. Ой-ой-ой-ой-ой, хорошая. Рыбогорд. Есть. Опа. Такая вот кило 100, кило 200 форелька порадовала поклевкой. Прям хорошо заинтересовалась резиной. На камере все было видно. И поймали ее. А клюнула у нас. Зуем, все в снегу. Дует ветер. Вот на такую вот розовую ларвочку, браунперчевскую. С такими вот пупырышками. Интересная, кстати, приманка. Для себя открыл на этом водоеме Михаил, хозяин. Как-то одну мне дал. И вот уже на протяжении, наверное, 3 или 4 рыбалок, на каждой рыбалке у меня здесь на нее клюет. То есть, если по открытой воде я все время здесь ловил на одну блесну, она мне попадалась, то по зиме вот эта вот сейчас приманка у меня прям, скажем, самая лучшая. Ловлю только на нее, и вот на каждой рыбалке форель на нее клюет. Сегодняшняя рыбалка не исключение. Взял. Резину все пересыпал, в таких коробках храню резину, кстати, чтобы каждый раз из баночек не доставать, удобно, они герметичные, запах не пропускают, да, в принципе, это браунперчевская резина, она это, как бы у нее не сырный запах, а какой-то такой, не знаю, приятный такой какой-то, сладкий вкус. Вот такие вот расцветки стандартные, белые. Ну, сейчас по водоему вот розовый цвет в приоритете. Вот. Червячок такой. Вся резина, в принципе, плавающая. Я вот что-то в основном все стал ловить на плавающие резины. Что либра плавающая. И вот это тоже резина плавающая. Мне очень нравится. Можно ставить на стоячку, тоже ловить, пробовать. Ну, я этой резиной ловлю чисто сейчас на актив по зиме. Розовый, повторюсь, розовый цвет, самый пока рабочий. Ну все, друзья, подходит к концу сегодняшняя моя рыбалка. Итог рыбалки на резину. Поймал одну, на пасту две поимки, ну плюс на резину еще был сход. Вот так по пару раз интересовалась, на блесна по зубам пару раз клацнул ей. Ну, в целом, для такого количества рыбаков, сколько было на пруду, я считаю, результат отличный. Ладно, в следующем видео я отправлюсь на соревнования. Если что-то на них поймаю, обязательно будет об этом небольшой видеоотчетик. Ладно, вам спасибо, что смотрели. Не забывайте оценить, как всегда. Ну и давайте, я собираюсь. Вам всем пока-пока. До встречи на рыбалке.